В этом году в Мангистауском районе произошло 14 пожаров. В 7 случаях горели автомобили. Специалисты районного отделения ЧС совместно с сотрудниками полиции провели среди населения разъяснительную работу по профилактике пожаров. Они разъяснили, какие действия необходимо предпринимать в случае горения автомобилей, и еще раз продемонстрировали, как использовать огнетушитель. Через наш район проходит масса машин, поскольку здесь находятся дороги республиканского значения. 7 горений на автомобилях произошли именно по причине того, что водители не соблюдают правила безопасности и зачастую не имеют в салоне огнетушителя. Одним словом, к подобным происшествиям приводит элементарная халатность автовладельцев.